товарищи солдаты, сержанты, старшины, прапорщики, офицеры и генералы. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые соотечественники и зарубежные гости, сегодня мы торжественно отмечаем 60-летие освобождения нашей земли от бедных русских захватчиков в день независимости Беларуси. Это событие далеко прошло в истории страны. Без избавления от нацистской оккупации не было бы нашего государства и нашего народа. Мы помним, какой ценой завоевана эта победа. Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. Об этом напоминают города Ракини. Тысячи больших и малых памятников по всей нашей стране. Беларусь вместе со всем советским народом оказалась самая упорная в истории человечества сопротивление агрессорам. Битва за свободу началась в таком мгновении, как агрессор вступил на нашу землю. И продолжалась до тех пор, пока фашистский зер не был добит в своем логове в Берлине. Первая рота прямо! Марш! Право открыть парад по традиции предоставлено барабанщикам Минского суворовского военного выпускника училища 1973 года подполковник Александр Белоус. Опыт выпуска самостоятельного жизни получили более 10 000 юношей. Парадный расчет возглавляет начальник факультета связи и автоматизированных систем управления полковник Михаил Хващевский. Артиллерия во главе с подполковником Андреем Русевским. Следующую парадоротку возглавляет начальник курса какой-то связи и полковник Абдаталасов. Коробку курсантов факультета ПВО возглавляет начальник курса подполковник Алексей Ростовцев. Бригады специального назначения, возглавляемая полковником Георгием Златиным, кавалером трех орденов Красной Звезды и медали за отвагу. На вооружении белорусской армии и танки Т-72Б имеют систему навесной динамической защиты и ракетно-пушечное вооружение, позволяющее эффективно бороться с любыми бронеобъектами.
Эти проходимости по шоссе могут ехать со скоростью легкового автомобиля. На площади мемориального комплекса «Минск. Город-герой» кортеж президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, глава государства, поднимается на главную трибуну. Приближаются легендарные автомобили. ГАЗ-67, легкий танк ПТ-7, полковник Алексей Николаевич Костер, член медицинской службы Зинаида Васильевна Кош. Всего 21 человек из каждой областной ветеранской организации. Thank you.
танкистов составляет около 1/3 всего населения республики. Массовое приобщение граждан к занятиям физкультурой и спортом составляет основу государственной здравосозидательной политики. Понятие массовая физкультура и спорт в Беларуси знают не понаслышке. Победы наших земляков начинали к мастерству и постоянно притворяется в жизнь. Среднетоннажного автопоезда, который не имеет аналогов в СНГ. Совместно с немецким концерном МАН разработан и выпускается большегрузный по экологичности. Успешно развивается созданное на МАЗе в последние годы производство современных комфортабельных автобусов различного назначения, которые уже существенно обновили автобусный парк городов Беларуси и пользуются спросом за рубежом. В трибуне приближается техника Могилевского завода. Сменяет Минский электротехнический завод имени Кирова. Минский электротехнический успешно работает на рынке. Надежно работающую продукцию этой марки можно встретить в Европе и Азии, в Америке и Австралии. Высоких технологий. Национальная академия наук демонстрирует модель суперкомпьютера, выполняющего 400 миллиардов операций в секунду. Десятка стран планеты, тесня при этом известные аналитики ее бренды. Умпро – лидер в стране по производству продукции из дерева. Компания организации, представляющие власти государственные концерны по нефти и химии. Акционерное общество «Правое право».
согласованных условий. Учитывая запросы потребителей, их финансовые тракторы продают тракторы на рынках более 60 стран различных уровней планеты. Продолжает шествие техника производственного объединения «Гонсельмаш». Создан самоходный льноуборочный комбайн «Борисия» 1650. Эту технику... Завтрашнего дня представляет сегодня открытое акционерное общество на самых разных работах. Техника «Аскадор» составляет достойную конкуренцию иностранным производителям. От продукции конкурентов ее выгодно отличает современный дизайн и дополнительное оборудование. Уникальная техника Минского завода колесных тягачей, которая эксплуатируется более чем в 30 странах мира. Эти машины незаменимы для нефтяников, газовиков, геологов и строителей при освоении труднодоступных районов Сибири и Средней Азии. Знаменитых ракетных машин.